Перед зданием горсовета в Тбилиси состоялась акция, организованная группой независимых феминисток. Участники акции развернули плакаты с надписями «Приюти сегодня» и потребовали от столичных властей выделить деньги на создание приютов для бездомных. Как отмечают феминистки, люди не должны умирать из-за того, что у них нет крова над головой. Сегодня мы собрались у здания городского правления, чтобы потребовать от них, чтобы они оказали внимание, должное внимание бездомным людям в городе. В прошлом году зимой замерзли двое и умерли на улице из-за того, что у них не было дома, и они жили на улице. Уже середина октября, и ни городское правление, ни мэрия не обращает на бездомных людей никакого внимания. И наша главная потребность – это чтобы они выделили им здание и присмотрели за ними за эту зиму. Участники акции отметили, что их акции будут продолжаться перманентно, пока их требования не будут услышаны властями.